Две школы Якутска не готовы принять учащихся 1 сентября. Это Саха-политехнический лицей и коррекционная школа номер 28. В учебных заведениях проводят плановые работы по сейсмоустойчивости. На последнем заседании постоянной комиссии по социальной политике представитель управления образования сообщил, что школы будут приняты с плановой задержкой из-за проводимых работ. До этого времени дети из лицея будут обучаться в сельхозакадемии и в СВФУ, а также дистанционно. Что касается учащихся коррекционной школы, большинство из них отдыхает в Сочи до 30 сентября. Оставшиеся 17 человек до 15 сентября будут в лагере, после чего до завершения работ будут обучаться в детском доме «Берегиня».